снова с вами мы, волонтеры бездомных животных и приюта «Твори добро». Наталья, Марианна, Мария. Сегодня у нас ролик о собаках с Якутии. Это Аза, Бали и Ози. Девчонки, да, девчонки выдернули счастливый билет, особенно Ози. Ози – это та собака, которую в якутском отлове перепутали с Азой. И она чисто случайно прилетела в Москву, и, конечно же, потом была дорога ко мне. В этом ролике вы увидите, какие они были, какие они стали, какие они попали в отлов и какие они сейчас. Сейчас девочки, все три девочки находятся на платной передержке у моей хорошей знакомой, у Людмилы. Люда, спасибо тебе огромное. Они прошли социализацию, адаптацию. И такие уже девчонки, которых можно смело брать домой. Покладистые, хорошие, умные. Поэтому, дорогие мои подписчики, да, большая такая моя дружная семья. И Ози, и Аза, и Бали. Все ждут своих мам и пап. Приглядитесь. Бали прошла сумасшедший путь от операций, восстановилась от операции на позвоночнике, от дикости и недоверия людского. Сейчас это уже собака, которая прошла социализацию, адаптацию, и ее можно смело тоже брать домой. Ози, Ози, скромница, любимица. Кстати, любимицей стала нашего Николая Николаевича. И тоже очень замечательная собачка. Аза. Аза. Аза — это будет ваша любовь. По-другому я не могу это назвать. Аза — это собака-компаньон, которая любит всех, все живое, кошек, собак, все-все-все. Но именно ей нужен дом. Ей очень... Вот ей единственное, кому тяжело очень в приюте. Она настолько одомашенная, что... Она всегда просится именно домой, именно в ручки, на ручки. Она ищет своего человека. Такая моя большая и дружная семья. Прошу вас каждого поделиться роликом в соцсетях. Может, кому-нибудь наши красивейшие собачки приглянутся и, возможно, найдут своих мам и пап. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.